Все произведения выполнены в технике масляной живописи на холсте. Несмотря на то, что художники работали на одинаковом материале, каждая картина написана в оригинальных цветовых решениях. Авторы выставки Инна и Валерий Цукахины использовали яркие краски для создания летнего настроения в портретах, пейзажах и натюрмортах. И, как отмечают мастера, в будущих работах обязательно будут отображены впечатления от олимпийской столицы. Впечатления, какие-то мотивы, которые мы видели и сфотографировали, мы можем использовать в своих новых композициях, потому что мы часто используем какие-то моменты фотографические в работах. Так, на экспозиции впервые представлена новая серия картин. После рождения внучки, говорят художники, им стал интересен образ детства, сказки и волшебства. Бесконечное вдохновение приходит благодаря этим чудесным детям. Наша внучка Милочка, племянник Гришенька. Разнообразная тематика и композиция художников пользуются признанием у российских и иностранных ценителей искусства вот уже более 20 лет. Работы Инны и Валерия находятся в частных коллекциях в 15 странах. Выставка «Летнее настроение» пробудет в Сочи до конца месяца, а осенью экспозиция отправится в Пекин. И, возможно, красоту нашего города, переданную через кисть мастеров, по достоинству оценят в стране восходящего солнца. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.